Ребята, всем доброе утро. Я уже собралась на работу. Сегодня первую ночь ночевала без Андрея. Он в 4 утра позвонил, говорит, все нормально, доехал, хорошо. Думаю, ну, слава богу. Ну, конечно, без него не очень-то хорошо, но деваться некуда. Вот. А сегодня у сынульки день рождения у нашего. Сынуля, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, успехов в твоем труде нелегком. Вот. И всего-всего доброго. Самое главное – здоровья тебе, твоей семье, вот. Марине, Василиске и всего-всего доброго. Вот, а я собралась на работу, так что вызвала такси, сейчас поеду на работу. Вот с чего сегодняшний день начинаю. Ребят, я уже отработала, сейчас хочу зайти в Магнит, купить кое-какие продукты на салатик, на торт и домой. На такси уже поеду, так что увидимся дома. Ребят, вот такая у нас любовь. Да, накормила ее, вот она теперь пристает к маме. Да дай-то я пойду дела делать, дай пойду дела делать. Лёлька, да ты моя. Ой, ты чудо. Ой, соскучилась целый день. Одна была. Катя с Лёшей выгуляли её на улицу. Заодно Пушок вышел на улицу. Утром не захотел идти, дома остался. Да ты моя любовь, да что ты, вот встречает, как она, вот как она встречает. Да, ну все, пошли, давай дела делать надо. Ой, не знаю, устала, как собака, ноги гудят, до Магнита еле доползла, оттуда уже на такси кое-какие продукты купила, сейчас покажу. Молоко взяла. Так, давайте по списку, а то я сейчас спутаюсь. Вот такую вот скумбрию взяла на салатик. 122,90. Сыр по 119. Творожный сыр 69,99. Хлебцы по 32,99. Молоко по 62,99. Майонез по акции 35,99 на перепелиных яйцах. Две пачки, пакетика взяла на всякий случай. Думаю, пускай срок посмотрела там до 22 года. Ну и сливки взяла 24,99. На всякий случай в холодильник брошу. Потом в гроздь зашла вот такую кокосовую стружку по 16,99. И вот где овощной, рядом вот есть магазин, там все сладости. Вот, и печенье. Вот, зашла, купила. Печенье, офигеть, 200 рублей печенье килограмм. Кофе вот было там по 150. Но вот это поздобнее мне надо, поздобнее. Так что не знаю, вот силы хватит, сделаю торт. Да, Лолка? Ну, не знаю. Посмотрю, сейчас пойду в душ схожу. Ноги мои отдохнут. Может быть, соберусь. Да, Лолка, сделать тортик, а там посмотрим. Ребятки, всем привет! У нас уже следующий день. Вчера я ничего не стала делать, потому что так устала. Помылась, чай попила и все. Еще на стриме дневник Натали была. Что-то как уселась с ними, ну вроде недолго, но тоже вот и все. И время уже у нас было много. Думаю, не буду ничего делать. Вот, сегодня утром встала, думаю, надо сделать крем. Вот сейчас делаю заварной крем. И к бабушкам сегодня, не знаю, вообще поедем или нет. Дети у нас дома, Василиса у нас в деревне. Вот, там ждет сват Колю посидеть, день рождения отметить. Чего же они с друзьями были там. А раз они за Василисой поедут, я думаю, что они там наверняка останутся. Чего они будут мотаться туда-сюда. Но это я так решила. Вот, так что не знаю. Но я крем сварю и беру в холодильник, ему ничего не будет. А во вторник, думаю, будет у меня выходной. Мы проедем по нашим бабушкам. По одной, по другой. Короче, вот так вот. А там недолго это печенье смазать. Думаю, завтра понедельник, я вечером смажу. А во вторник поедем съездим. Чтобы уже спокойно все. А у нас на улице еще такая погода. Сегодня утром гололед. Я так переживаю. Но думаю, трасса уже должна быть к обеду разбитая. Может быть, и ничего будет.
Ну, там еще дождик накапывает. Лолка сегодня вышла на улицу, а я смотрю, не пойму, что она так обходит асфальт. Обходит, обходит, и где у нас клумба, по этой грязи полезла. Я говорю, Лола, ты куда полезла? А потом Катя мне звонит и говорит, Наташа, там, как, там гололедица на улице сегодня. Я говорю, да ты че? А вроде не видно. Ну, в общем, так вот. Не очень. Погодка сегодня. Такой семенит дождь накрапывает. Вот. Ну, а потом, не знаю, решим. Дети спят еще, наверное. Я им не стала звонить. Поэтому попозже созвонимся. И хмуро, так хмуро там. Целый день, по-видимому, будет облажное, все такое серое. Целый день, мне кажется, такая погода будет. А потом уже глянула сосульки, видите, на это, на трубе газовой. Говорю, ну точно, морозец и дождик. Не люблю вот такую погоду, конечно, прям страшно. Чуть гололед, уже опасно. Вот. А у меня сегодня выходной. Думаю, чем тогда заниматься, не знаю, буду. Ой, молоко, молоко, господи. Таю, ля-ля-ля. Ну, сейчас молоко, все, закипело. Закипело у меня молоко. Сейчас уже буду вливать смесь. Ага, здесь у меня мука, яйцо, крахмал, сахар, ванильный сахар. Ну, по-моему, все. Все. Попозже включусь. Сейчас надо будет осторожно влить туда. Все, молоко закипело, сейчас смесь влила, вот сейчас загустеет крем и все. Могли бы мы съездить, конечно, и сегодня, но то, что у нас Василисы нет. А Василису все, конечно, ждут. Все бабушки, дедушки ждут Василису в гости. Поэтому без Василисы, конечно, мы не поедем. Я так думаю. Ну, не знаю, что дети решат. Ладно, попозже созвонимся. Вот нравится мне заварной крем. В любой торт он все равно вкусно получается. И готовится быстро. Закипело молоко, все влил и все масло добавил. Красота. И вот сейчас, если я его оставлю, да, завтра ничего ему не будет. Накрою его пищевой пленкой, чтобы не заветрился. И все. Что-то подгорело, что ли. И вот надо чаще, конечно, мешать, чтобы он не подгорел. Такая погода все равно прям вот она и на мозги давит, настроения никакого. С Андреем еще не созванивалась, как он отдежурил ночь первую. Надо будет позвонить сейчас ему, узнать, как мой любимый отработал. Вчера вечером созванивались, а уже ночью, наверное, часов в 12, ой, нет, в 11, наверное, созванивались. Все, ребят, приготовила крем, накрыла вот такой пленкой, чтобы он не заветрился, пищевой. И все, оставляю остывать. Остынет, добавлю сливочного масла. И крем готов. Пока мой крем остывает, надо, наверное, позавтракать. Приготовила себе вот такую вот небольшую шаурму. Или, как говорится, лаваш. В общем, начинка у меня там творожный сыр, горчичка, рыбка красная, кусочек яйца вареного. И все. И поджарила прям немного сливочного масла. Все, вот такой вот завтрак. Так захотелось, думаю, ну, поем. Ничего, будет сытный, калорийный. На полдня мне хватит. Так что вот так, друзья. Кто со мной сейчас завтракает, всем приятного аппетита. Ну все, ребят, сейчас будем формировать торт. Раскладываем первый ряд песочного печенья. Печенье такое мягкое-мягкое, прям рассыпучее. Вот один ряд раскладываем и смазываем кремом. Вообще торт очень вкусный. Вот этот торт я несколько раз делала. Всем нравился. И на работе угощала сотрудницу. Ей очень понравился. Она теперь все время такое делает. Все. И крем раскладываем. Так, не прилипай. Разъезжается немножко, но ничего. Сейчас вот так вот разровняем потихонечку. Вот и пошло. Это только сначала.
а потом все нормально. Крем не жалейте, когда много крема, очень вкусный получается. Он хорошо пропитывается от него. И такой вот сливочный. Ну, в общем, вкусный. Я, конечно, ну, не знаю, может быть, кусочек съем, не удержусь. И вот чем дольше он стоит, тем лучше он пропитывается. Ну, точно прям Рафаэлло. Сверху же будет еще кокосовая стружка. Мне что нравится, он очень быстро готовится. То, что просто вот не стоять, не выпекать, не возиться с тестом. Все быстренько сделал. Можно также шоколадный. Настя на работе она делала шоколадный. Очень вкусный тоже. Так что импровизируйте. Вот. И все. Первый ряд. Смазали. Раскладываем второй. Так, друзья, вот такой вот у нас тортик получается. Сейчас мы уберем его в холодильник. И все. Ребята, делаю салат. Все-таки дети позвонили. Мы едем сейчас по бабушкам. В общем, вот так. Сейчас сделаю быстренько салат мимозу. И все. Хотела просто показать вам консерву. Вот помните, вчера я купила это, показывала. Сейчас покажу. Скумбрия вот такая. Ой, хорошая скумбрия. Смотрите. Производитель Барс, вот такую, смотрите, читайте, вот. Смотрите, какие куски в масле. Вот полежала в холодильнике, смотрите. Вот этот производитель нужно брать. Лук порезала, палец синий. Вот, смотрите, не знаю, как на вкус, но вообще отличная баночка. Смотрите, воды, жирок, все застывшее. Я считаю, что это хорошая консерва. Сейчас еще попробую, не знаю, как на вкус будет. Так, надо попробовать, ну-ка. Сейчас я вам скажу. Очень вкусная. Консерва просто замечательная. Надо запомнить. Ой, ее и поесть просто так очень вкусную. Вот, ребят, хорошая. 129 рублей она, по-моему, стоит. Прелесть. Вышло, ребят, сейчас дети за мной заедут. Да, погода, конечно, моросит, изморозь какая. И скользко на улице, да. Сейчас покажу. Вот так вот, во дворах прям скользко вышло. Немножко как будто снег порошил. И прям скользко. А машина еще носится, вот летит по дороге. Обочина такая скользкая, говорю, не бояться ничего. Первый день вот такой, мне кажется, гололед. Люди вообще пофигу на все. Привет, сынок. Привет. Маришка не хочет сниматься. Чё спрятала? Ой, как она с деда играет. Пришли мы к родителям, уже чай попили, поели. Вот теперь отдыхаемся. Вот все наши дети сидят. Лоб-то пробьём себе. Чё это? Топка. Топка. Бабуля. Тяпка. Помаши ручкой. Тяпка. Наелись, говорю, сидим. Ой, сейчас домой поедем. Уже. Что ты там нашел? Внучи, домой поедем? Домой не хочешь? Мамой не будем. Мамой не будем. Где ты играть хочешь? Вот так. Ну ты оставайся, а мы поедем. Можно? Да. Ура! Марина, сказала, что ты должен ехать, а ты оставишь.
Я говорю, мы поедем. Это бабин телефон. Я еще не одеть. О, поехали. Все, домой поедешь. О, поехали, Дон Малки. Ой, господи. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would, I would. I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really... Ребят, посмотрите, парочка. Я пришла, их накормила. Вот они теперь намываются, сидят. Да. Да, вкусно, вкусно. Да, мама дала вкусно. Вон, с удовольствием. Нагостились мы сегодня. По городу проехали. Немножко сняла. Город красивый уже. Украсили к Новому году. В этом году прям рано. Да, Лонка? Ребят, вот такой в разрезе. Тортик. Я разрезала. Забыла показать вам у родителей. Вот такой вкусный. Очень вкусный. Я кусочек попробовала, не удержалась. У родителей уже с чаем попила. Так что вот так. Очень мягкий, пропитанный. Это Катя с Лешей я оставила. Сейчас придет, Леша после работы заберет. Ну, кусочек сейчас вам покажу, какой мягкий. Вот, видите? Такой мягкий, вкусный. Все. Ну все, друзья, на этом будем видео заканчивать. Спасибо, что провели этот день со мной. Спасибо, что подписываетесь. И до новых встреч, друзья. Всем пока-пока.